В Юстинском районе прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении 41-летнего местного жителя. Он обвиняется в незаконном приобретении и хранении сбыте наркотического средства. По версии следствия, мужчина 27 ноября 2022 года в степной местности, недалеко от поселка Октябрьский Юстинского района, увидев произрастание дикорастущей конопли и заведомо зная о ее наркотических свойствах, собрал ее части и перенес для дальнейшего хранения на животноводческую стоянку. Тем самым он обеспечил сохранность наркотического средства каннабис-марихуана. В этот же день, в вечернее время, данное лицо из ранее незаконно приобретенного и хранимого наркотического средства на животноводческой стоянке взял его часть, которую безвозмездно передал своему знакомому. Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Юстинский районный суд.